Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Assassin's Creed Valhalla. Ну что же, решил не повторять третью серию подряд одного и того же говна, скажем так. Ну, в общем, просто идем делать тот квест, который типа последний. Тот я, может, сделаю нарезочку, может, не сделаю, может, просто побегаю сам и забудем про эту игру. На какие-то... Нужно что-то? Кому ты служишь? Ну-ка, давай-ка. Послушай-ка. Этот Бакраут с дружками пытались разграбить Рейвенсторм. Остальные мертвы? Кое-кто. Но больше сбежали. Ущерба много не нанесли, но украли часть снаряжения. Позвать Рандви? Нет, у нее хватает дел. Я этим займусь. Ну что, ты задумал поиграть в викинга, малыш? Готов пройти этот путь до конца? Я ничего тебе не скажу, Дан. Ни единого слова! Я не из Данов. И к чему мне слушать твои слова? Может, я хочу платы кровью? Отруби ему ногу. И ни к чему резать ровно. Можешь не точить клинок. Нет, постой! Только не руби ногу! Это сэр Эдвард велел вас ограбить! Он заплатил нам! Сэр Эдвард? Элдермен Вестерны. Так он себя кличет. Говорит, что ненавидит викингов. Особенно вас. И где же мне искать этого сэра Эдварда? Не знаю. Мы должны были собраться с награбленным у Дракара к западу от Рейвенсбурга. Мне сказали только это. Отведи его к Рандви. Может, обменяем парня на свинью? А я взгляну на тот Дракар. Погнали. Мы теперь хотя бы... А чё так далеко? А может, поближе? Так. Ага, сюда. Самое близкое. Типа вот этого, да? Ну, поехали! Быстрое перемещение и прочее. Наше оружие и все наши навыки. И неубиваемый наш эйвор. Ну... Доспех, конечно, выбивается из... Как сказать? Из реального мира, да? То есть мы... Сейчас-то в реальном мире. А когда мы были там во всяких мирах, с Вартальфакеем и все прочее, когда он был типа Один, это еще нормально. Ладно, пойдет. Но здесь-то реальный мир. Ладно. Ничего страшного. Побегаем. Скакун. Давай, прям. Ну, прыгай, чё же. Чё не так? Сейчас мы узнаем, кто нас хотел ограбить. Кто такая падла, тварь, скотина, мразь? Ну, хотя бы на коняшке быстро добираемся. Это ж надо придумать. Последний квест и все прочее. Что ты видишь, Сюнин? Много чего не собрано, много чего не открыто. Доспехи его наши. Но мы по-любому сюда сейчас придем. Ага. Ну погнали. Так, спешится. На С. Носи. Похоже, наш пленник даже не солгал. Страх раскрыл правду. Этот наряд остался цел. Нужно вернуть его клану. А, я сразу нужно в это? А. Не битва, а просто резня. Следы крайне точных ударов. Раны знакомые. Раны? А наряд я могу сам, да?
А, плащ Ярла Смерти. Хорошо, да. Так, а это что? Плащ Сумерек. У нас на что? Плащ Сумерек. А, я могу прокачать. Ну, давай, да. Все, да, не могу. Так, а здесь у нас что? А, здесь, по-моему, тоже оружие. Да-да-да, вот новое оружие. Хорошо. Ну, раз можем прокачать, почему бы и нет? Что же там? А, дракар. А, вон письмо. Видно, саксы украли этот дракар. Знамя нашего клана есть, но щиты они закрепить не смогли. Ха, лошары. Напоминание всем часовым. Не снимать нарядов данов. Не оставлять свое добро и одежду на виду. Лучше пытаться подражать говору данов. Но это не обязательно. Если захотите, спросите у совета у Сигварда. Если мимо проходят корабли или путники, сообщить немедленно, но тревогу не поднимать и громко не орать. Не пытаться снова отправиться в плавание на дракаре. Они хотели пойти в набег, одевшись как клан Ворона, и обвинить в этом нас. Угу. Что еще? Покажи мне. Так, ну там заяц. Тогда вообще не понимаю, что еще. А, вот этот, господи, ну... На пике, да на пике, какая нахрен разница? Или он еще живой? Да навряд ли. Да там столько крови вытекло. Эй, ты! Что тут произошло? Кто перебил часовых? Не я. Это что, шутка? Посмеешься, когда будешь отвечать за свой проступок перед Элдерменом Эдвардом. Ну давай, знаешь, попробуй. Знаешь, мне очень хотелось бы с ним повидаться. Капитан, это вроде и правда викинг. Бросай оружие, Дан, и склонись. Я не из данов. И тех, кто запятнал честь клана Ворона, ждет смерть. А ты кто? Ты правда из клана Ворона? Меня зовут Рошан. И у нас общий враг. Ассасин. Сэр Эдвард. Элдермен Вестерны — лишь безвольная кукла в руках женщины, которую прозвали Альсила за вероломство. Ее орден сеет беспорядок и рознь, чтобы достичь своих целей. И сейчас она использует твой клан. Мне доводилось встречать подобных людей. И тех, кто дает им отпор. Я считаю, что враг моего врага — мой друг. Позволь проводить тебя туда, где ты сможешь отомстить Элдермену. Что ж, иди. Стоп, а что у него на руке? Подожди. Это Альсила скоро поймет, что зря пыталась замарать честь нашего клана. Оставь ее мне. И довольствуйся смертью Элдермена. Может, этим лучше заняться тому, кто помоложе? И кому знакомы эти земли? Я убивала подобных ей, когда ты был в пеленках. Вымани ее, убив Элдермена. Угу. Дальше я справлюсь. Откуда у тебя клинок, что ты носишь на руке? Это дар моего брата. Вот как? А он, значит... Великий воин и путник, который многое повидал. А твой клинок? Мне долго пришлось жить без него. Эти годы были воистину невыносимы. С годами ты явно не утратила выносливости. И я не хотел оскорбить тебя, когда предлагал убить. Мой клинок все так же прочен и остер. А нехватку грубой силы я восполняю скрытностью. Я тоже могу двигаться бесшумно. Ха, может, ты хорош в этом по вашим меркам, дитя. Но у меня куда больше опыта. Что ты знаешь об Эдварде? Почему он ненавидит клан Ворона? Он винит вас в утрате титула и своих земель. Тех самых,
где нынче стоит Рейвенсторп. То поселение было заброшено, его никто не сторожил. Разумнее мстить тем, кто занял его до нас. Элдермена это не заботит. Он ненавидит викингов и рад всем, кто поможет очернить вас и изгнать из Англии. А, ясно. А может было проще коней взять, доехать? Ну хотя ладно, скрытность, ассасины и все прочее. Наконец-то настоящий ассасин появился хотя бы. Но был Басим, кто-то еще был. Рошан. Рошан, да. С вершины этой башни обзор будет куда лучше. Да ладно. Правда, что ли? А то я не знал. Ох, стрелы сразу возьму. Отлично. А, вот это вот херня, да? Да, как нифиг делать, разберемся. Ну, в смысле, я вот здесь. Где обосновались Альсила и Элдормен? Прямо в Рейвенсбурге. Они поплатятся за свою спесь. Золото Альсилы пошло на новые укрепления. Проникнуть внутрь будет нелегко. Возможно, если бы речь шла не обо мне. Ты знаешь, что поджидает нас там? Если я опишу все, что узнала, ты сможешь это представить? Есть способ получше. Сюнин! Слушай внимательно. Саксы за внешней стеной не слишком бдительны. Думают, их одежда легко обманет любопытных. Викингу легко затеряться среди них. Можно взять одежду того мертвого сакса около Дракара. Превосходно. Кроме того, ты сможешь скрыться среди тех, кто чем-то занят. Настоящий ассасин. А Элдермен, где он сейчас? В самой середине лагеря. Строит из себя владыку. Но на деле Альсила держит его на короткой цепи. Гибель Элдермена должна привлечь внимание. Иначе Альсилу не выманить. Слишком громкий. Достичь цель скрытно и убить ее шумно. Таков твой совет? Ты ведь можешь держать в уме две противоречивые мысли, пока не закончишь привлекать внимание. Я могу убить Элдермена сотни разных способов, да еще и сагу успею сложить. У тебя есть предпочтение? На виду у людей, под тем деревом. Подкрадись тихо, убей его перед всеми. И паучиха покажется. Ну, короче, это прям реально ассасин-ассасин. То есть они возвращаются к истокам. Богов. Славно. Скрытно. Наденешь наряд, снятый с тела притворщика Сакса, чтобы не выделяться в толпе. Да, почему нет? Да я наоборот хочу. Я хочу, да. А вот топор вообще можно было бы выбрать. Давайте, кстати, да, поменяем. Убейте Элдермена. Элдермен произносит речь под самым большим деревом в Рейвенсбурге. Если воспользуешься шансом на внезапное убийство, можно будет выманить Альсилу. Очень громкий эффект. Я не понял какого хрена. Так. Так. Звук. Ну, понял. Давайте на 80 я сделаю. Ну, прям очень громкие. Все остальное... Окей. Окей, все остальное мы не трогаем. Этот наряд точно поможет мне скрыться. Наряд-то поможет, а вот оружие я бы заподозрил типа, который... Типа... А, то есть он чисто одежку, да? Я бы выбрал немножко другое оружие. Вот, медвежий коготь. Без всяких прибамбасов и все прочее, да. Так, лук. Ну, лук-то, в принципе, пофигу. Шмотки остальные, пускай, в принципе, будут. Они вроде... То есть вот это вот прям наряд... Ну, вот это все маскирует, я так смотрю. Окей, то есть вот все, мы обычный викинг. Никаких мифических топоров и всего прочего. Ну, пошли, давай.
Посмотрим, насколько это ассасин. Накину-ка я капюшон. Вот и все. Ништяк. Не беги. Лучше выждать, чем привлечь к себе внимание. Да не бегай. Ну я вот зажал. Ну вот, типа, да, присел такой. А, да я свой местный, пацаны, я местный. Так, ну просто идем. А ну подожди-ка. Да, отвали. Ну мы никого трогать не будем. А, или хотя мы... Ну мы, в принципе, можем, да? Эй! Ну нет, ну ты чё? Хоть сюда подобрали верно. Так, тихо. Всё, спокойно. А, у меня же этот сюнинг. Всё подбирает, так что всё. А, то есть мне надо было убивать, да? То есть я могу, в принципе, спокойно. Внезапно. Это мы так будем это аккуратненько. Давай сюда. Да, мы когда перебиваем. Потому что они нам мешаются. А чего Элдермен так взъелся на клан Ворона? Вроде как они отобрали у него землю. Мне плевать, лишь бы платил. Вот это ассасин, да. Аккуратно, тихо, спокойно. Максимум проведем. До свидания. Четко прям лупанул. Вот и все дела. Давай, собирай, чувак. Собирай все. Стражи здесь хватает с избытком. Нужно быть осторожнее. Да, мы как ассасин здесь. Но мы аккуратненько идем. Теперь Вальгал превратился в ассасин. Он даже, в принципе, да, он скрывается. То есть он нормальный. Кстати сказать... Не-не-не, да уберись, не хочу я. Подошел. Подойдешь? Сейчас я потихонечку вытащу ее. Так. Хорошо. Что происходит? Хе-хе.
Так аккуратненько, потихонечку, помаленечку. Сейчас мы их... А, иди сюда, пацан. Да. Но это тупо, что он один подходит. То есть они, в принципе, слышат все. А, другой вышел. Но это прикольно, все равно. То есть никто не видит крадущегося. Захватим в набегах сокровищ. Вот и Элдермен. Рошан просила убить его ударом сзади. Встань, не надо. Главное не выдать себя, пока мой план не будет исполнен. А, ну он там сейчас разойдутся. Золото и серебро наше. Если найдете записи, оставьте их Альси. Ну ёб, ну фу. Там, настоящий! Элдермен будет на страже. А чё это? Ничтожество. Блин, ну они меня не убьют. Я не хочу. Давай. Ну просто. Просто посмотрим. Нет, я хотел скрытое убийство. А почему? То есть труп, лежащий в кустах. Ну это глупо. То есть зачем тогда мне их убивать? Ну, я не думал, что они увидят труп в кустах. Это же стелс был. Так, куда? Туда, да? Ага. То есть это почти в самом начале. Слышал Элдермена? Мы будем жить в роскоши. Я поверю в это, когда получу серебро. Так, аккуратно. Этих мы 100% убиваем. Ну, это ладно. Это не страшно, что они спалили. Да? Можно было вот здесь, получается, залезть, да? А чё? Не, он не прыгает. А почему он не прыгает? А, не хочет. А, это можно было... Это мы сделали. Все норм. Ну вы чё? Ладно, всем хватило? Ну давай, давай, давай иди сюда. Я просто... Ты ж умный вроде, не? А, не, долетело сюда. Стражей здесь хватает с избытком. Нужно быть осторожнее. Да, не вопрос еще. Вот надо было вот так. Эй, что? В этот раз? Тебе. Ну куда ты? Нет, 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 нет. Я здесь. Пацаны, я здесь. Все? Не палите контору, ребят. Серьезно, достали. Кто? Кто пытается?
Чё, никто не пытается? Отлично. Ну, достань. Просто действовать опять же аккуратно. Мне просто надо было вот здесь вот идти, пройти вот так вот, скорее всего. Возможно, даже вот так. То есть, ну, я привык уже не действовать как ассасин. Так, вас здесь двое, пацаны. Так. Ну, мне надо как-то вас это... А, тут это палево что-то. Ладно. Уничтожаем палево. Так сидишь? Нет. Как ты мог об этом подумать? Какие кусты? Никаких кустов, ничего не знаю. Альсила живет здесь. Оставлю ее на Рошан. Захватим в набегах сокровища. Я верну свои земли, и все мы будем жить в роскоши. Главное не выдать себя, пока мы... Вот и Элдермен. Рошан просила убить его ударом сзади. Если найдете записи, оставьте их Альсиле. Чтобы мы преуспели, а мы преуспеем. Люди должны поверить, что мы викинги. Нам нужно примерить личины этих убийц, воров и дикарей. Грабить их так же, как они грабили наш край. Мало просто выглядеть как викинги. Надо понять, что у них в головах. Хотите стать викингами? А готовы пасть их смертью? Я вот готов. Элдермен мертв! На нас напали викинги! Ну а что-то пытались подражать, уроды. Но вы не викинги, идите нахер. Альхамдулиля, этот зверь держал меня в плену. Не ври. Подойди ближе. Позволь взглянуть на того, кто меня спас. Ты чё? Вот и всё. Вот и всё. Клянусь Фрей. Быть столь смертоносной в ее годы. Классно. То есть теперь тут реальный был стелс, и вот это вот, типа, возможность для убийства, типа. Ха, славное зрелище, умудрое. С того дерева будто сошла Хель, владычица мира мертвых. Да, ее касание пробрало до костей. И не в лучшем смысле. Ты же... Я цела, но поплачусь за тот прыжок позже. Раз твое предначертание исполнено, дальше ты пойдешь мирной тропой. Альсила лишь одна из преград на долгом пути. Важнее было получить вот это. Я забрала его, когда убила ту ведьму. Что это? Будущее. Семя, что прорастет в Иерусалиме. Значит, твой путь по-прежнему не окончен. Судьба ведет нас всю жизнь. А ты? Принесло ли отмщение тебе радость? Сильнее всего меня радует то, что честь клана Ворна не запятнана, а мой народ в безопасности. Так будет и впредь, пока ты стоишь на его защите. Прощай, Эйвор, брат Волка из клана Ворона. Отлично. То есть нам прям говорят про мираж, Иерусалим, все такое.
Я надеюсь, что это будет классный ассасин. Я прям надеюсь. Ну, потому что, ну, если это опять провал, ну... Интересно, доведется ли узнать о ней больше? Я, кстати, переоденусь. Так, давайте переоденемся. Да, раз нам дали, почему бы и нет? То есть вот это вот. Ага. Ага. А, так. Что нам это? А, маска наставница из Аламута. Ну нет, это я не хочу. А, у нас был чисток. А что, серьезно? Ну, так-то прикольно, да. Все, стелс, пошли. О, давай, давайте так побегаем, да? Так, давайте задание. А что, все что ли? Подождите. А, вернуть? Нет, это старое задание. Так, давайте вот это. Подумайте о Рине. Давайте посмотрим. А, нет, не-не-не-не, мне просто надо это улететь. Вот так еще, кстати, прикольно смотрится. Тут такой ассасин. А, даже эти. Те типы уже логотип, знак. Знамя, или как это еще можешь назвать? Ассасина, да. Ну, пускай будет. Или нет. Или да. Или нет. Или, наверное, нет. Он, ну, викинг. Но это прям уже все ассасинская одежда. Прям. Хотя у той типа не было такого. Я говорю, я не читал, типа, какие квесты надо делать. Но вот это прям был намек про Иерусалим, про Мираж. Что еще мне надо сделать, типа, завершить? Ну... Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах Асвартальфахейме кроется что-то еще. А, вон туда. Пожалуй, стоит погреться у костра. Немного прийти в себя и поразмыслить. Наверное, да. Пойдемте. Но я надеюсь, он маску снимет. Типа, ну, в разговорах будет снимать. Надо это посмотреть. Типа, какие квесты? Эйвор. Я по-прежнему с тобой, на самой кромке твоей памяти. Ты сумела укротить Одина в себе. Но я все же не исчез. Че? Я с тобой всегда. В самой глубине твоей хуг. Запрешь ли ты меня во тьме навек? До самой смерти подавляет участь себя. Или станешь у меня учиться, чтобы лучше понять, каким был мир в мои времена. Но не здесь. Не при тех, кто никогда не поймет, что ты такое. Кто мы? Разве ты не сделала для клана все, что могла? Прощайся же. Отправляйся к дальним берегам. И новым приключением. То есть она даже... То есть она его слышит, или она просто типа... А, вот, все. Тогда все мы правильно. Поразительно. Эйвор справляется с памятью Одина. Моя собственная борьба с Локи была бурной, но краткой, и привела к
пониманию того, кто мы оба. Но куда новая борьба приведет тебя? Самое время для музыки Анимуса. Поиск дальнейших воспоминаний, фильтр по интенсивности эмоций. Горе, жажда, печаль. Ага, есть. Образы из будущего. Посмотрим, куда Эйвор приведет нас. Забавно. Взято несколько заданий. А, последняя глава, хорошо. А, типа, ну, давайте смотреть. Ага, это нам сюда. А все остальное? Ну и все остальное? Нет, нет. Найдите и синхронизируйте фрагмент воспоминаний. Вот эти валькирские какие-то всякие приблуды и все прочее. Ладно, пошли. Поплыли. А рыбка. Рыбка, рыбка, рыбка. Наш дракарчик леденящий. Классный, красивый. Мой отряд. Пацаны, давайте. И девушки тоже. А, вон вижу. А, Дора Хайсама. Еще один фрагмент где-то здесь. Хайсам, Хайсам, Хайсам. Тут знакомый Рад Хайсам. Рад видеть тебя. В какой-то части был Хайсам. Что предложишь? Давай, что ты там? У меня сколько-то? О, нифига, много, да. Так, это что? Кровавый альв. Оракул. Ага, это пока не хочу. Щит благословен. Шлем Нифельхейма. 120. Блин, а я не помню, что я собирал. Но это типа альвы, понятно. Это Асгард и все прочее. Давайте Нифельхейм. Весит немного и служить будет верно. Как раз для тебя. Да. Так, а это... Да, давайте возьмем чего-нибудь. Доброго дня! Давай, брата. Да не, не так вот, мне пора. Мне? До свида! Пока, братишка. Я думаю... Мы скоро встретимся. Хайсим, Хайсим, Хайсим. Фрагмент воспоминаний где-то рядом. Да я здесь, вот он. Хайсим это... Хайсим. В черном флаге времени много дальше. А, Эйвор, вот он, Хайсам, господи. Ты обдумал мое предложение? Нет, Хайсам, не обдумал. А что он такой? Значит, есть? Я спрошу тебя вновь завтра. Как столь скромный муж прячет столь большое сердце? О чем ты? Ты без устали трудишься ради чужаков. Борешься не за себя, не за свой народ, а за весь мир. Такое умение сострадать людям я больше нигде не встречал. А, чё за... Спасибо. Павлин. Эйвор, ты не павлин вообще-то. Ты не тревожишься за своих родных, за свой клан там, дома? Неужто ты не помнишь о своих корнях? У меня есть то, что ты зовешь кланом, но родных нет. Я рано осиротел. Возможно, из-за этого я и вступил в ряды незримых. Они относились ко мне как к сыну. Я тоже лишился родных. Но обрел другую семью, клан Ворона. Ради них я готов пожертвовать жизнью. И я с той же силой дорожу многими людьми. Незримые принимают в свои ряды всех, а потому нашей любви заслуживает каждый. У тебя славная цель, Хайсам. Но я не смог бы сосредоточиться лишь на твоем кредо.
Мой разум часто блуждает между настоящим и далеким прошлым. И я еще не понял, из-за чего. А, уже пора. Прости, Эйвор. Мы занимаемся строго по расписанию. Я понимаю. Удачи тебе с ними. Они своевольны. Есть что-то для меня? Для кого? А для кого конкретно? Так, хорошо. Последняя глава. Сюда. Ух, а что так далеко? Ладно, тут хотя бы это перемещение есть. Это да. Это да. Ну, вот в такой одежде с топором он не смотрится. Ему надо меч. Ну, хотя бы да. Хотя бы уже да. И если бы он еще повернул... так. Вот так. Вот на этой руке. Если бы он повернул сюда вот скрытый клинок сейчас в этой одежде, это было бы уже хорошо. Ну давай, быстрее. У нас и так мало времени. Что-то, ну, много времени заняло. Я не знаю, сколько вообще до конца, как бы. До конца, в смысле, вот этого всего нового обновления. Так, где? Сюнин, разведай местность. Понял. Ныряем? Ныряем. Поехали. Фрагмент смены находится в меню снаряжения в столице... Давайте посмотрим. Ну, по-любому где-то наверху, наверное, да? Собор Олдминстер. Фрагмент воспоминаний Эйвора где-то неподалеку. Давай посмотрим. То есть так оно мне не понравилось. Ну там я увидел. То есть там было заметно, скажем. А здесь вот ни хрена. Покажи, что там впереди. Ага, это понятно. Это я заберу. Значит, внутри, наверное, да? Ну, на всякий случай. И тут проверим. Тихо, я прошу стоять. А где? Уже здесь, да? Ладно. Пошли. А, вот он. Ничего не разобьется. А где? Это я понял. А, или может он вон там как раз. А, нам тогда наверх надо. Да, все нормально. Не Патрик, я Эйвор, останься. Патрик. Сам это Патрик. Ну, естественно, это закрыто. Местность, да? Хорошо. Да вон туда. Я в порядке, не беспокойтесь. Все норм. Все отлично. Так, тогда сюда. А здесь тупо стена, да? А, нет, здесь не тупо стена. Фрагмент воспоминаний где-то рядом. Ну, заходи. Вот она, комната Альфреда. Какие секреты он там прячет? Угу. Письмо Алкину Карлу Великому, святой Давиду, у твоего
Флакка, срочное послание для тебя. В прошлый раз я предупреждал тебя. Огнились, не дающие здоровую юную плоть нашей святой церкви. Сейчас более чем когда-либо я убежден, что нужно принять серьезные меры. Недавно я получил подтверждение, что среди верующих в нашей церкви есть люди, принадлежащие к языческому ордену и желающим извратить Слово Божие. Как блохи в шерсти верной гончей. Они затаились, используют наши же средства для целей противоречащих замыслу нашего спасителя. Ну, это понятно. Это он про все вот это вот. Ой-ой-ой, слишком много. А, нет, ну отстань. На ешечку. Так, это я собрал, хорошо. Это прощай, Альфер. Как бы понятно. А, тут что? От Гудвина. Ну, не, я сильно не буду это читать, это как-то, ну, такой. Размышления, Альфа. Ну, там слишком много текста, это понятно. Я все понял, про чего, зачем, почему. Окей, пошли дальше. Да пошли дальше, выходи. А, это понял. Так, это пока нам не интересно. Вниз. Внизу 120. Окей. Допустим. Угу. Угу. Так. Я не понял. Фрагмент воспоминаний. Где? А что-то светится? Ага, он слева еще есть наверху. Ну, допустим. Так, ну в окно я не вылезу. Это раз. Тогда не туда. Тогда не туда. Тогда нам надо на улицу. А, можно было здесь прямо. Ладно, не будем бить церкви. Стекла. Стекла. Витраж. Или как там правильно, то, по-моему, не помню. Так, хорошо, это где-то здесь. А вон, вижу. Нашел. Кстати, да, я был близок. Но я не думал, что он на улице. А прям. Я думал, где-то внутри. Хорошо, нашли. Давай, забирай быстрее. Потому что продолжать, наверное, придется в следующей серии. Много времени пришло. Ну, вот одно смотрим и продолжаем. Место то, время нет. Король. А, Эйвор. Добро пожаловать. Легко ли дышится дома? Не так легко, как можно подумать. Я вернул себе власть много лет назад, но больше не принимал ее как должное. С тех самых дней на болотах. Я много сделал с тех пор. Гутрум и я шаг за шагом двигались к пониманию. Скоро мы заключим договор. Ты поэтому призвал меня, чтобы найти понимание? Надеюсь. Ты в числе великих владык Мерсии. Твоя дружба могла бы стать благом для всей Англии. Заключим договор, Эйвор. И все земли к северо-востоку от поселения твои навек. В обмен на что? На клятву верности. Не мне, но Христу. И ордену, что я созвал от его имени. Это большая честь.
Благодарю за доверие. Вот что я отвечу. Ты дал мне его много лет назад. Он очень красив, но тяготит карман куда больше, чем сердце. Это отказ? Не страшись. Это не начало нового раздора. Я отправляюсь прочь к далеким берегам. От меня тебе не будет беды. В поисках новых земель? Новых побед? В поисках себя. А, это труднейшая цель на всем свете. Что ж, в добрый путь. Да пребудет с тобой Господь Бог. Боюсь, со мной и так хватает богов. Твоему лучше выбрать другой дракар. Интересно, интересно. Забавно, да. Так, ну и узнаем, что будет дальше в следующей серии. А на сегодня все. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока.